Деков. А теперь под запись. Вкратце, идея такова, пусть, в общем, погонит. У одного из писателей-фантастов, причем еще задолго до Пелевина, ну, может быть, и у самого Пелевина раннего, была такая идея, что люди стали создавать таких роботов, человекоподобных. В общем, робот-девушка и роботы-парни. Вот, короче, реальные живые люди стали предпочитать вот для интимных личных отношений именно роботов. То есть мужчины покупали себе робота-девушку, чтобы с ней сексом заниматься. Сейчас все это сбылось. А девушки тоже робота-парня себе покупают. То есть люди с людьми практически перестали контактировать. Такая идея у Пелевина тоже есть. Вот его, как называется, СНАФ, по-моему, да? Там эти препараты. Вот, тем более, в нескольких. Так вот, та идея, что это... А зачем тратить там это? Ладно, это с ним бабло. А психологические нервы на живую... Да нафиг надо. Я лучше куплю такую девушку-робота. Назову ее Алиса. Пускай она голосом я, да. Алиса, красивое имя. Я бы с ней вот все, она робот же будет, да, она. То есть она может и готовить. Мне будет 70 годиков, она будет все время робот, она андроид. Она будет такая же все. Ну, что, что синтетическая, а зато это все равно приятно. Вот готовить это, с Серегой сам. Я готовить, бы тоже робота взяла, я вообще могу. За. Не, погоди, готовить может мультиварка, такая штука. Загружаешь. Нет, продукты. Она все умеет. Она же робот. Она и робот-пылесос, и робот-кофеварка. Ну, я бы хватил двух функций. Собеседник и партнер для секса. Все, я уж на не, мне надо, чтобы готовил. Мне нужен повар китаец. А все остальное не такой надо. Робот мне повар будет стоить несколько дорогу. Не знаю, хочу китайца. Мне поменьше. То есть мне хватит двух функций. А Наталья, надо робота с большим числом. Это дороже просто, да. А смысл в том, что вот как бы, зачем размножаться, я все равно не хочу. Значит, мне это надо. Не, мне робота, повар и китайца, может? Это норма. Тоже. Они все европейские внешности. А потом робот подойдет. А нахрена мне, собственно, человек? Тебе на юбилей собрать по всем. Роботом. Роботоповара. Процессор поставлю поменьше. Можно роботоповара, который мне будет еду готовить? Просто процессор. Просто немножко. А я понял, в чем фишка вот этого все очень происходит. Так вот, просто гони все, что нужно. Вот такая идея. Не, живые люди тоже нормально, но робот это по приколу. Я хочу робота. Говорят, что у вселенских людей, которые в космосе. Если человек такой, это биологический теорию, робот, просто многие со сбоями. У них женщин вообще нет. У них только а почему женщин делают искусственных, а мужиков нет? Желательно человека, чтобы у него инстинкты все были на уровне, это как бы робот был в странности, поселить фильм, ту самую саванну, из которой он вышел. Пошел гон, ладно, мы Антонова хотим спеть. Все рефлексы, все нормально. Женщины создали, когда заселяли землю.